Украинец предстанет перед польским судом за организацию канала незаконной миграции. Обвинительный акт уже направила в суд пограничная служба Польши. По данным правоохранителей, преступная группировка, в составе которой кроме украинца были также трое турков, занималась переправкой мигрантов из Сирии, Турции и Ирака в страны ЕС. Следствие по этому делу продолжалось почти год. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.